Наверное, среди всех врачей, всех специальностей, только онкологи и анестезиологи-реаниматологи по-особому философски относятся к болезни, потому что хайдеггеровское бытие к смерти они встречают в своей практике ежедневно. И многие опытные врачи действительно как бы интуитивно выстраивают отношения с пациентом, взаимодействие неконвенционально, не чисто формализованная как бы конвенция, а в таком экзистенциальном режиме. И сегодня, когда мы будем говорить о сложности взаимодействия, я хочу на некоторые моменты обратить внимание вот такого порядка. Это на самом деле очень сложный вопрос. Это как бы, и потом обратите внимание, вот в современном мире отношение к смерти меняется, тем более в ситуации пандемии, но соприкосновение с ней ежедневное, естественно, как бы усиливает тревогу и у врачей, и у пациентов. Почему возникают эти сложности взаимодействия с онкопациентом? Потому что вообще будет тяжело черным вестником. А проблема онкологии, она весьма демонизирована, как какие иные болезни. Поэтому нередко контакт, особенно первичный контакт с пациентом, не очень удается по одной причине. Любой неприятный контакт нам хочется минимизировать чисто бессознательно. Поэтому каждое слово на вес золота у врача, поэтому хочется дистанцироваться, ограничиваться, потому что сама проблематика конфронтирует его с проблемой собственной смертности, с проблемой собственного бессилия. И я уверена, коллеги, что так же, как и для меня, для вас чувство собственного бессилия в работе одно из самых тягостных и неприятных. Поэтому стремление как бы к минимизации контакта. А первичный контакт не может быть минимизирован. То есть он должен быть полноценным, он должен быть выстроен по всем правилам, золотым правилам механики, о чем мы с вами немного и поговорим. И когда врач встречается с пациентом, а пациент приходит с тревогой, у него, даже если он хорошо воспитан, она подавлена, он как бы само обращение за помощью или обследование актуализирует неприятные фантазии, неприятные ожидания. И поэтому у него как бы имеет место такое чувство тревоги, которое синонимично понятие психическое напряжение. Вот эта встреча происходит. Есть две крайности, которых действительно следует избегать. Если какое-то время тому назад уклончиво не сообщали о диагнозе, заменяя его некими там эвфемизмами и так далее, а пациент все чувствует, потому что больной человек очень чувствителен именно к невербальным знакам, и он попадает вот в эту знаменитую двойную ловушку, то есть когда говорят одно, но он чувствует, что что-то здесь не так. И это только усиливает его. Потом парадигма изменилась, стали более четко, откровенно сообщать, допустим, о диагнозе, но известно, что фрустрация должна быть переносима. И это также может вводить в состояние регрессии, которое может обернуться. Тревога может оборачиваться агрессией, это оборотная сторона тревоги, гневом, злостью и так далее. И то, и другое неверно. Никто ничего лучше золотой середины не придумал. То есть необходимо, чтобы у нас была как бы внутреннее спокойствие, не безразличие, а именно спокойствие, уверенность. И чтобы мы могли артикулировать все проблемы, связанные с тяжелым заболеванием, с болезненными переживаниями, спокойно и естественно.
Самая сложная коммуникация, между прочим, и вот это вот относится действительно к врачам, это коммуникация конгруэнтная, когда то, что мы говорим, и как мы это делаем, они совпадали. Возникает ощущение искренности, возникает ощущение доверия. А нам очень важно, чтобы пациент был как бы предан предстоящим обследованию, лечению и так далее. И необходимо действительно создать некое понятие, некое поле, некое пространство. И мы должны понимать, на какой стадии находится человек, о чем с ним можно говорить. Дело в том, что вот если мы вспомним предварительно, что человек проходит несколько стадий при сообщении ему неприятных новостей. Первое – это как бы отрицание. Когда мы говорим, не может быть, этого не может быть. Даже вот я сегодня вспоминала как раз у Толстого в «Войне и мире». Помните Пьер Безухов, когда он подвергается смертельной опасности, он говорит, я не могу сейчас умереть. Это же рухнет целый мир. Погибнет. Этого не может быть. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Включается психологическая защита в виде отрицания. Это первичная защита, примитивная защита. И надо сказать, что эти защитные механизмы, они как раз-таки чему служат? Заблокировать тревогу и сохранить статус-кво. При том, что картина мира меняется. Земля уходит из-под ног. Поэтому первый момент. Иногда мы в течение одной диагностической беседы наблюдаем переход как бы от стадии к стадии. Иногда пациент надолго остается на первичных стадиях. Иногда, даже перейдя на следующую стадию, он может регрессировать. Регрессия уже вторичная как бы защита. А может быть, все-таки это ошибка. А может быть, все-таки все не так страшно. А может быть, существует какая-то панацея. Вы, онкологи, прекрасно знаете, каких только причудливых методов не используют пациенты, потому что у них актуализируется магический компонент мышления. А нам необходимо ввести пациента в принцип реальности, привлекая потом в будущем как бы все ресурсы, которые возможны, семейные, например, ресурсы и так далее. То есть сама по себе это очень сложная коммуникация. И для того, чтобы не выстраивать вот эти двойные ловушки, когда говорится одно, подразумевается другое, когда делается некая хорошая мина при плохой игре, это еще больше усиливает тревогу. Поэтому, памятуя о стадиях, никто их не отменял, по Элизабет Кюблер-Росс, мы понимаем, на какой стадии он находится, и это ключ к тому пониманию, когда мы знаем, о чем в данной ситуации можно говорить, на что, что поставить в фокус внимания. Любой контакт, взаимодействие настоящее, оно состоит из четырех основных этапов. И иногда, допустим, там, на первый этап установления контакта требуется буквально несколько минут. Иногда на это уходит достаточно много времени. Но мы всегда чувствуем, то есть мы должны отследить свои ощущения, когда этот контакт установлен. Потому что то, что говорит один человек, слышит другой, и при этом каждый думает еще какие-то ассоциации, фантазии возникают, это разные вещи. Обратите внимание, что нередко, если мы начинаем сообщать важную информацию, когда человек находится как бы, в состоянии как бы, хаотическом, когда он не способен ее воспринимать, когда он эффективно заряжен, он потом будет возвращаться, уточнять, спрашивать. И здесь нужно понимать, что в состоянии аффекта невозможно, у пациента невозможно обсуждать какие-то продуктивные, плановые, допустим, мероприятия,
рекомендации и так далее. То есть сначала эффект нужно погасить, то есть снизить уровень тревоги при установлении контакта. И надо помнить, что вот здесь как раз-таки мы должны для себя четко вот эти четыре варианта, вернее, четыре этапа контакта для себя четко понимать. Первое – действительно установление. Мы говорим, самая сложная коммуникация – естественная. То есть, когда мы говорим то, что дозировано, понятным языком мы говорим, и мы ведем себя таким образом, что эти модальности совпадают, и мы понимаем, что человек начинает нас слушать. Собственное, действительно, внутреннее спокойствие, уравновешенность и, опять же, нервальное. Знаете, многие пытаются во время такого неприятного контакта не только минимизировать его во временном режиме, они пытаются зачем-то скрыться за бумагами, глаза опущенные в медицинскую документацию, за инструментами, а необходим прямой короткий контакт. Короткий, непристойный, до 3-5 секунд взгляд прямой в глаза пациента. Так принято в нашей культуре. И возвращение. Обязательно вербальная коммуникация. Контакт обязательно персонифицирован. Мы не можем к нему обращаться безлично. Уже с первых минут формируется вот это вот понятие «мой», доктор и пациент. Он не чувствует себя выброшенным. Он не чувствует себя в одиночестве. То есть это голос, который имеет огромное значение. Как правило, лучше воспринимаются более низкие регистры, спокойный голос, неторопливый, вот опять же золотая середина, не скороговоркой и не очень медленно, в четком, спокойном ритме, который будет минимизировать тревогу. Ритм вообще минимизирует тревогу, отлично. То есть здесь вот в этот контакт у него нужно погрузиться, и потом он из него выйдет. И что это значит? Это значит, что не отстраниться, формально что-то объяснить, погрузиться и выйти. Потому что если этот контакт незавершенным останется, мы, возвращаясь домой, будем к нему возвращаться. Можно было сказать так, сделать вот это, здесь я об этом забыл, предупредить и так далее. То есть незавершенные контакты, как известно, долго помнятся. Поэтому он должен быть начат, и он должен быть завершен. Длится он 15 минут, или длится он полчаса, или длится он 10 минут. Как правило, первое возражение, которое связано с сопротивлением доктора перед подобным контактом, связано с ограниченностью во времени. На прием, допустим, отпускается столько-то времени. Но не бывает таких приемов, где все пациенты только первичные. Чем лучше установлен первый контакт с пациентом, тем короче будут длиться последующие контакты, потому что уже есть взаимодействие. Знаете, есть старая терапевтическая поговорка: не умеешь слушать, будешь делать. Здесь очень важно дать возможность минимизировать тревогу, отреагировать. И мы почувствуем, что контакт установлен. Что может быть после этого? Какая стадия? Надежда. Надежда на то, что может быть это ошибка, что, может быть, нужно обследоваться еще там где-то, что этого не может быть, потому что не может быть никогда. Такая субтильная надежда и нередко гнев. Гнев, раздражение. То есть, знаете, есть прекрасная максима по поводу того, что мы должны заглянуть в глаза реальности, иначе она нападет в цель. Поэтому, если мы уклоняемся или пытаемся прекратить, допустим, это гневливое какое-то высказывание, это невозможно высказаться.
Вот, то есть пусть он отреагирует. Это лучше, нежели, понимаете, изоляция, такая мгновенная реакция капитуляции и так далее. Это абсолютно нормальная реакция. И мы поддерживаем, мы говорим, что да, мы понимаем. Вот, то есть, если мы понимаем, потому что мы не должны говорить не искренне, вот это нередко, это не рядовое событие. У человека за несколько минут актуализировались самые страшные представления о трагичности своего заболевания. Он еще не видит своих ресурсов, он не понимает, что все еще можно изменить и так далее. После этого, после того, как контакт установлен, происходит совместное обсуждение проблемы. Что способствует формированию этого совместного поля взаимодействия доктора и пациента? Это совместное обсуждение проблемы. Ни в коем случае не монолог. Знаете, пациенты онкологические, когда приходят, допустим, описывают приемы неудачные, они говорят, мне читали как будто бы приговор. То есть, понимаете, на невербальном уровне как бы это чувствовали. Мне задавали вопросы, как, допустим, следователям, потому что человек пытается структурировать, а структурировать первый момент практически нельзя. 5 минут? 5 минут? 5? Я буквально секунду. После совместного обсуждения как бы проблемы, совместный поиск решения, пригласить его к участию. И после совместного как бы обсуждения проблемы и поиска решения мы завершаем. Да, и завершение, то есть завершение, как бы приглашение к следующему контакту. Я отвечу на любые вопросы, как бы прошу прощения, как-то очень быстро прошло время, не ожидала. Я отвечу на любые вопросы, и я вообще всех приглашаю к такой продуктивной дискуссии, помимо того, что мы, естественно, в рамках регламента. Пожалуйста. Спасибо.